Летом молодежный парк Славянска на Кубани становится площадкой для проведения разных творческих мероприятий. Одной из них – музыкальная викторина «Угадай мелодию». Песни разных лет с удовольствием угадывали и напевали как дети, так и взрослые. Подробности в следующем материале выпуска. Лето у славянских детей проходит не только весело, но и музыкально. Городским отделом по работе с молодежью в рамках малых Олимпийских игр была проведена игра «Угадай мелодию». Посоревноваться в знании мелодий разных лет пришли ребята с детских дворовых площадок. Им необходимо было быстрее других угадать песни на выбранную тему. Тем было 5 – города и страны, в тренде летняя дискотека, флора и фауна и песни из мультфильмов. Летняя дискотека 20. Синие были первыми. Правильно. Выбирайте следующее. Звучали песни самых разных лет. За каждый правильный ответ ребята получали баллы, которые суммировались. В итоге больше всего баллов набрала команда «Позитив». Ну и первое место такое заслуженное с результатом 465 баллов. Команда Северного парка, команда «Позитив». А что вы не хлопаете победителям, а? Победители-то у нас молодцы-то какие, музыкальные. Спасибо вам большое всем. Командам-участницам и командам, занявшим призовые места, были вручены памятные подарки. Но, несмотря на результат музыкального состязания, конкурс ребятам подарил незабываемые эмоции и прекрасно проведенное время в кругу друзей. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».